Жалованет. Эфирн таун программа студиант Мария Матвеева. Вичеде таун я выпускаш. Комилен пас. Сегодня хотелось, чтобы брендирование было целой государственной политикой на территории нашей республики. Кучем вуза свермаслону республикан брендан. Енбия гощ. Комиен тупкесны культура во. Юрган Петкадлас. Хотим что-то новое принести для зрителей, что-то веселое, положительное, чтобы у них, естественно, осталось вот это вот прям новогоднее настроение. Мы дашьте СМИ телеканал, где душ яслы будь выводим. Таун регион совещка для чего лис Юркарса от тихо номера челять керка. Чела мало сейчас быт, та сейчас осматы смыш были воин. Кожна из юмов торяс, но и челять и скольно лежит гостя с кожинтак. Питкады самой кужаны, щелисны, ёктисны. Таун интернатын ветымын кокямыз кага. Таво дас кокямыз бұттасыз шетесіні шем яясы. А интернатын олаш челет кадтамин уэдыны үджет уч. Физкультурно-спортивной, художественной, технической туи вижесад. Сегодня то, что вы демонстрируете, действительно от большой любви, от внутреннего вашего прекрасного состояния, человеческого состояния. Я хочу, чтобы вы знали, что мы вот с моими коллегами по правительству думаем о вас и обязательно максимально будем делать все, чтобы вы обрели свои семьи, чтобы у вас было человеческое счастье, чтобы вы в каждой в жизни добились того, о чем мечтаете, чтобы вы стали достойными людьми, чтобы у вас все в жизни получилось. Все, что будет хорошее, радостное, светлое, конечно, в следующем году, чтобы его было больше. Сергей Гапликов на одесный интернет кужа экскурсия. Петка длисна коды каджиолы. Пашти быт быт таслам эн умащикас конкурс. Ордища мэн шеды дамяс. Ой, сейчас он майши дал на юалу мясала во чавиджи смеян канала на эфирен Республика Саюралыч. Сергей Гапликов воли студия да шорнтис на одесискад. Метточана торьяса кывзис Елена Кононова. Во помин пуджик вивчене ужли кивкартед. Ми яртмас, а ми єц. Апрілін на Юралич бит отраслі. Пукти смог яс. Стам нас вилис. Вітамин шіжім індет. Губернатор Щорнін сутлис меча тичене асвили. Січ від муніципалітетен зайтисно ужавни віжа віджись регістратура яс. Та ще те пожанон бурмадне медицина могмас щите. Ньольщиктен воштисне вильфап. А Сосногорск не важен КПДСНЕ бащиня вель спорткомплекс. Воджень уже даны Сыктывкарда Нарьянмар Костен Туй. Таны вычисленен еще километра трасса. Кыв яла на вищем бурдыдан вель больнича КПДНЕ бошчасны воин шоранжик. Дачтен проекты шогмытым. Кома слышадны вельпов. Уна шорнитаны и орбитаен школа лептым юлыш. Конечно, школа огромная, 1200 мест, она сегодня тоже для нас очень знаковый, такой флагманский проект. Мы несколько раз меняли подрядчика, не выполняли взятых на себя обязательств. Да, были взысканы неустойки, десятки миллионов поступили в республиканский бюджет, были раскрыты банковские гарантии, но объекта-то нет. Поэтому мы вынуждены сейчас проводить дополнительные мероприятия, процедуры, значит, выбирать нового подрядчика. И я надеюсь и уверен, уже такое поручение есть, чтобы в следующем году, к новому учебному году, этот объект был введен в эксплуатацию. Юралышка чорні прочисента. Та якарин олышяс ошканы лышит гыгырта с программа отцаган бурмадам юрьяс. Южная чтуй вычам. Сывыла вичмадысны комын миллион шайт. Нышта культура лыши емво этаны воштесны кинотеатр. Сиэтаны эзнин вав кышку емво. И ториянин ошища тотчана вермамын интаса челяди спортшкола. Сиэшэдэдэс ГТО лыш национальный спорт премия. Без поддержки нашей республики нам бы это не удалось сделать. Поэтому огромная благодарность всем жителям республики за то, что данный приз находится в городе. И хочу вам сказать, что данный приз, данная премия будет использована на приобретение спортивного оборудования для приема нормативов ГТО по легкой атлетике, которая необходима нам в городе. Таун зум да ушлала ёскаса бюджет проект, да вучасын пачкатче республикаса район ясын. Та учтаса пасисны рашияса чупадын. Буреш суоцаган ёскутасны эскыны мыйная ашны сверманы. Олым сывычны лышидын да бурджыкын. Кык воан олымы пыртыма, кык шок вайтымын кык ямыс проект. Та вылавичмадыма, шо да скуим миллион шайт. Да сэшетэсны ашны солыш яс. Таун ёскаса мыпяс осымын бурмадны юр яс, но и ражаны социальны мучад яс. Вот Любовь Тутринова из Вильгарта, она создала частный детский сад. И он сегодня не просто стал местом, куда дети приходят, да, и проводят определенное время, а это целый семейный центр.
Там есть и фитнес, значит, зал, там есть и зал тренажерный, там и соответствующие технологии разработаны, и создана целая лаборатория для того, чтобы выявлять определенные возможности у детей. Это, конечно, очень важно. Хотелось бы, чтобы таких инициатив было гораздо больше. Күкпі вұнжы керісіні картупіл. Өні республика ашсы верма мүднянен мұгмадны шижімдас процент вылынен. Содыс и евылыштым да сылан шогман лоныс. Тавыснамияны воджы кутасны шетны субшидия. Дотсаны омыс яслы. Дерт ев производство. Озверма лоны выль карта ястык. Тавысна талын комиен КПДны выль ферма язда выльмадыны техника. В следующем году приняли решение о том, что это будет принципиальная техника, которая будет работать в качестве мелиорации для мелиоративных работ. Нужно все больше земель сегодня пускать в севооборот. Здесь тоже будем субсидировать. 70% техники будем субсидировать бюджетом. То есть, если покупаешь технику мелиоративную, 70% бюджета? 70% стоимости Понятно. Мы будем покрывать из бюджета. И, конечно, здесь нужно говорить о том, что на сегодняшний день у нас есть вопросы, связанные с поддержкой других направлений. Ну, например, в следующем году по 204 указу будут субсидироваться, значит, и поддерживаться фермеры, которые вступили в кооператив. Быть колокаштышны Сосногорский тепличный комплекс Кыпада Милыч. План ящерти помидор да огуречлыш медвуджа урожай кысесны бошны ынынин выльвоводжин, но уж я снюжалысны, помка с некамын. Этика югытлоныс зевдженид, мытка муыс нюра, комыс йона чоржедны строичанынца, вещик проекция выльпы вычесны. Ну и, конечно, получение сертификата на оборудование импортное из-за пресловутых санкций. Здесь тоже задержка определенная. Понятно. Но сейчас, насколько я знаю, Антон Пантелеймонович там был, мне докладывал, что объект готов на 80%. Значит, сегодня уже тепло пущено. Что касается в этом году посадить, ну, есть технология определенная. Поэтому, конечно, будем ждать следующего года. И уже урожай следующего года, я думаю, абсолютно реален. Но ж таку минулый сейчас майше для лоб-реформа. Таны Сергей Гапликов лыдя, мы его спочтам ин петкадны да гуавны ёкса. Кола медвач бурадны став свалкасы, тачам из комин, куем чоэч уджик. Кола котыртны лыптыш мэтр вычан удж. Указом президента 204 были установлены соответствующие ориентиры, да, и четкие закреплены показатели, которые нужно достигнуть. Это 60% всего ТКО переработать. А сейчас? А сейчас 7. Всего лишь 7. Ну и задумайтесь, да, какой в принципе на сегодняшний день, да, может быть выхлоп, если мы будем применять все эти технологии, которые нам позволят, в том числе, да, и в частности рекоператору, наверное, и снизить в перспективе еще тариф. И джикнин мойденмо, с помощью коми нужалан войс, шань выльво акция, кычет пыль да нюйорткет, театрщ артист яскет ычет, шияние севера поезден, кычелтыс республика сакарщик тяс, кожна лазгашча концерт да шонет шань выльво. А Сергей Гапликов вичтал из Воркута и шичетик нывка илыш, коды кыселону фотографен, и кычет пыль лыш вичеща камера. Я хочу воспользоваться случаем и обратиться к ней, дорогая Танечка, я знаю, что вы живете в Воркуте вдвоем с мамой, что ты большая умница, увлекаешься рисованием, ходишь в школу искусства. И очень хочу, чтобы ты выросла талантливой художницей или фотографом. Под Новый год всегда случаются чудеса. Чудо обязательно произойдет и у тебя, дорогая Танюша. Елена Кононова, Юрган, телеканал. Ставращаяся акция «Красная гвоздика Нодеман» Мьян Республика Пурисмет Бурвит регион Лыды. Мьян Бурпетка Чимаш Республика Советиран Яс Госпиталь Вас Вылю Бородувание. Память поколений Федеральный фонд Четвеща. Тая акция взвозилась на Нодеман волонтеры Победы от Мунова Пырыщас. Республика Антая Котра Пыра Меду на Морт. Всероссийская акция «Красная гвоздика». Проведение благотворительной акции совместно с Федеральным фондом памяти поколений. В республике Коми собрано средства на сумму более 185 463 рубля 10 копеек. Фонд втрое увеличил данную сумму, и уже 9 из 10 ветеранов нашего региона оказана адресная помощь по восстановлению и поддержанию здоровья. Позвольте поблагодарить Республиканский совет ветеранов за помощь в составлении заявок нуждающимся ветеранам. Меня нем Кыкторья Бурдачанин ветеран ясы. Та есть Сыктывкаран да Печоран госпиталь яс. Того стационар саотца кщетисна куим щурс мортлынин. Сроки ожидания лечения соответствуют срокам, установленным территориальным программам государственных гарантий. За 2017 год и истекший период 2018 года по результатам проведения внутреннего контроля качества дефекты оказания медицинской помощи выявлены не были. Обоснованных жалоб на деятельность госпиталя за указанный период времени на имя главного врача и в адрес министерства не поступало.
Ветеран ясан совет нуодис инспекция да кывкарталис, кола тырбура нуодны кадрия с дачтам кузяуч. Пасис на мысык тывкарса госпиталин щетаны бур медицина отсок ветеран яслы. Таны жаладмам эдыма и кола на оборудование. Кочпонын гараж яс остроитны, кывкарталисык тывкарса мэрия. Каштыш там сыкты в юбокын кысилысны кыпыдны ыкмыз да сыкмыз машиналы парковка. Таву строичан шарин заводиц проектирютны да боштис чоктым гараж ясты чамулы. Сымын орча керкаясын олыш яслы эс кажичы мэвпыз данай шоэчисна администрация, асыща прокуратура. Дажаритан юкын аджис олан пасын торкалым, да и сымын дугад учсы, нашта корис кыскыны кывкутымы мужа ясыз. Эту везы немало сыктывкарса блогер Виталий Кузнецовлан видео. Том морт пофта котрала джуджит кофтам керка да вефт яскужа. Тачем я зашу на дигер ясен. А меча чуйма да на видео сия снимает ама Сыктывкарса эновтам аэропортын. Кывщета Наталья Муравьевала. У нанчайтыны мы тачем ветлемы зэв повжечана, а авторлы дямы и абу. Колы сэмэн кучишны безопасность правила. Таан сэмэн оти повжедлан тор. Олан паскад мучад яс. Эновтам строй бабыр шачок и докотка дожерите, а сычка нинам жуглыны не бочны таты шо спож. Тоже, видимо, такой был большой гараж. Тоже обратите внимание, видите, идут такие установки. То есть открывались ворота, включался теплый воздух, поступал. То есть теплый воздух не пускал холодный воздух. Если зимой, к примеру, откроют ворота, холодный воздух не пройдет. Аэропорт Ленбуджирлен аслас история. Вот сейчас НГГРВАН, КЖИС Бульвила, СДАМУ и ЩАРТМЕ ЛЕБЖАНЫН ЛЕН СИСТЕМА. Здесь, ребята, смотрите, здесь актов. Здесь актовый зал. Это актовый зал вот этого аэропорта должен был быть. Такое чувство, знаете, все такое достаточно свежее. Терминалы с Йона Вешшис. У него он штенья заводит на кищины. Джорджия свещегничкач не заводит и мач. Ошинья со стекла вошама. Здесь все было целое достаточно. Тут были целые стекла. Это странно, как дань. Может быть, дети разбили, не знаю. А, такое чувство, смотрите, их спилили, они срезали, кто-то срезал их. Муян кыска блогер я со стачем стройба пырыш пырон вермы гагарвоне. А сымын видео аджилам бэрын юра двоа мэв, мы тая миян история, миян оламын кучам качупэд. Мы вермы станы лоны и мы миян джамталун. Гашка тайлу аскотдора кашуэччэмэн. Кыджим и кокне давош там наживитым тор. Наталья Муравьева, Евгений Стокас, Юрган телеканал. Софтлам реклама вла, кольчем янкад. Комин культура во тупкис настав мир санимана пианист-виртуоз Денис Мацуевлен концертен, куда снодисна опера да балет театрен. Вичады сейчас колины зев долыден, ним кодивали и асас музыкантлы. Надежда Бушинева лыще такыв. Вылькаркад да вылькыв защищаскад аджичный век майшадланатор. Сыктывкарын пианист некор изнавыв. Наверное, ничто сегодня не могло быть ярче. Нинаму звермы луны талун яр югуджикан бурджикан. Кор культура лыщево помала расшияса народный артист Денис Мацуев. Мее пыща атти аласия с коми республика Аволомыщ. Мир сакоджевлы коми сворсны тыттым на оркестркад. Сыны ворсисны опера да балет театрыш нелямын кык артист. Да Москваыш, Кировыш, улыс Новгородыш, Архангельскыш музыкант яс. На ион мадысны скрипка яслыш, виолончель яслыш, да валторна яслыш котыр яс. Музыканты очень чуткие, музыканты реагируют на мои какие-то идеи. Музыкант я зев кыв защищаш, меньшим став кором са кыв зисны, ставы свалы импровизациян. Та я абу кохни, оти репетициян ворсны зев тотца концерт. И ме быт порья пета ворсны быть тем медводжащ, и сек же медборяющ. Медым шия свалыны мечабуран ковми снокшишны роялькад. Страна са мечабур настройщик лошадис инструментца. Да, снёль час чёж. Даже если ему дать какой-нибудь простенький рояль. Целый вещик щетный, как учамка важенек рояль улы-улы щиктын, инструменты скутас зев бурашиавны. Сывоснамы сие кылы шыса аспычкас, и тая шыса чуня спырыс щеты инструментлы.
Музыкант ланшуем черти, сылы вешкоть, пукалы залын президент, либо инженер до школа савелыдыш. Уджит карын, либо ичет чиктын. Ворса век откодя. Тотчада, мой ачу сечем же ылы пелесыш, якутияш. Наверное, это один из самых важнейших концертов. Тая меча тотча на концерте спиш, опера да балет театр са артист яслы. Тача мастер кадворсны, тая миянлы зевкывкутана. Денис Мацуевлы кажичис, йозлы нимкодь. Быд музыкант петистая рытвылыш, кыпыдруан. Виртуоз чайта нышта волыны мияны локтан воун. И озыт нас. А выль нимяс фондыш том артист яскад. Надежда Бушенева, Анна Зубарева, Елена Крашельникова, Олег Костромин, Юрган телеканал. Мен республикан луасна асланым брендияс, медваджан ло воркутаса кыр яй. Мукад регион ясыш миколя чамна, пример вла астраханцаяс, вид продукта на япа сиснынин. Но комилы ем дерт кыча быдмыны, Дмитрий Шатохин шу из Мойсовет Федерации та йоламса видлала. Сегодня хотела, чтобы брендирование было целой государственной политикой на территории нашей республики. Здесь можно брендировать как целым регионом, как это сделал, например, Великий Новгород, зарегистрировав свой знак «Великий Новгород, Родина России». И так можно сделать и через регистрацию товаров. Регистрацию просто товарных знаков, либо того вопроса, который мы будем поднимать, это по месту происхождения товаров. Мы и металлон тогда, та я вологаться вы, либо тулаш пренник. Регадло отца и воркутаса кыр яй. Быд регистрирует има бренд юридическая дорьяма, а тая кивыв в очищеслы. Выль в оч, коли сымын витлун. Ми барана петал им уличьяс влада юащим улыщеслы, мыльян налетая волос лоистотчанан. И сомы вичтайсыная. В первую очередь, наверное, это рождение правнука. Вот, ну, да год неплохой был вообще-то. Хорошо, нормально прошел. В общем-то, все отлично. Пошел, на удивление, хорошо. Основное событие – это у меня родился сын. Родился сын у вас? Да. Как назвали? Тимофей. Я была на Кавказе, в Железноводске. Лазала не только на гору Железную, но и Бештау. Самая высокая гора в Нинводах. 1404 метра. Вообще просто год пролетел, потому что я работаю в культуре. Вот в данный момент у нас открытие елки, поэтому настроение у всех прекрасное, погода хорошая. У меня должна новая книжка выйти. Я рассчитываю. Назвали уже как-то? Да, книжка называется «Прикосновение». Это книга стихов о любви. Юрган видят и счастливы в оводженной даштим телевизионной кожаньяс. Талу не на эфире пета мост фильма «Медводжа юкан». Мина муджерт Максим Васильев вищтала с немецкой десант елыш, куда спукшилась на война када комьян. Та я уджис артмис распечатлен шема от сыган. Наш там и видчище видят и счастливы, та елыш мен репортажен. Мост право на память. Та немечлан десант елыш вищт, куда пукшилась комьян война дари не лямон коймадвон. Диверсионная группа очень славы смог взорвить на Кыртуй, кот кужанолыс на груз Ленинграда. А нышта кысисны печор лаган кутыртны бунт, кыпадны мыждам эсэс. Тая история подулан и артмис Борис Васильевлан повесть о зоре здесь стихи. Фильм «Дачтыган подув» подебоштисны спецслужба яслыш документ яс. Актер яс поди военно-патриотический клуб яслыш том яс. Самолеты шли низко в темноте, поэтому видеть их никто не видел, зато очень хорошо слышали. Отсюда родилась главная поселковая легенда о том, что самолеты прошли не над мостом, а под ним. Ну и что эти премьера? Декабрь, кома над луной эфира, питас ваш, выль проект «Неполитическая кухня». У наво чуешь, сетад мадлы сведущая соснимала на Юзлен, ради дана чуян юанкады. Несколько лет тому назад у нас было два чудесных проекта. Это «Неполитическая кухня» и «Большая семья». Мы дали отдохнуть этим программам немножко и... Следуя пожеланиям наших телезрителей, решили объединить эти два проекта в один. Да, это новый проект, да, это премьера. Называется «Неполитическая кухня», но я бы, наверное, назвала, что «Неполитическая кухня в большой семье». Поскольку основная направленность, основная тема – это, ну, скажем так, пропаганда тех традиций, обычаев, национальной кухни, которые существуют и... участвуют представители ну, той или иной автономии. У нас, в общем-то, в республике 130 национальностей живет. Вечерний Юрган. Передача «Одит из Нинкаскана» «Аздор ведущасас». Тая том язлы учтас, том язлын киясын живучима. Ставы станы вычча буреч, том арлада ведущаслын кывылын. Главное отличие программы «Вечерний Юрган», которая выйдет почти
предаккурация перед Новым годом в том, что будет подготовлено немножко по-другому типу сценарий, сам по себе сложен. То есть хотим что-то новое принести для зрителей, что-то веселое, положительное, чтобы у них, естественно, осталось вот это вот прям новогоднее настроение, несмотря на то, что Новый год будет аж через день после выхода в эфир передачи, но все равно хочется уже заранее их поздравить этой передачей. Муна Щево, ведущая Свермасна Коледны, студия 11, проект КДМ. Юргасны возъеме, скыджи ставса удитны вопуман, мыян почечес мадны выль во вое маты сэсэс и держи тудмадасны тьянас локтан волан паскад зар не порщкад. Не могу не воспользоваться возможностью попросить вас, чтобы вы поздравили жителей республики с Новым годом. Татьяна Супряткина, Юрган, телеканал. Талун минам ставыс, аджиш латач.